Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Мы находимся в своем павильоне «Аквариум». Это один из любимейших павильонов в этом зоопарке, и не побоюсь сказать, что это один из лучших аквариумов в мире. Прямо у входа нас встречает вот такой вот огромный макет спрута, он же кальмар гигантский, а потом вот такая вот зубастая акула. Ну а дальше начинаются чудеса. До этого я был только в аквариуме в городе Барселона, но этот, конечно, перекрывает все мыслимые и немыслимые . Нам сегодня повезло, человек из персонала чистит аквариум, крепится вот такой вот штукой, чтобы его не снесло, и дальше вот специальной такой вот губочкой протирает. Первый раз вот такое вижу, мне очень круто повезло. Ну и вот такие вот морские рыбы. Здесь можно стоять долго. В прошлый раз я завис, наверное, минут на 20. Смотри вот на это великолепие. Напоминает очень крутой скринсейвер. Вот скажите, где вы что такое увидите? Сегодня в аквариуме очень много посетителей. В основном дети, школьники. Начался, видимо, сезон каникул. Вот такие птички. Не знаю, что это такое. Что это за такие птички? Но за ними можно понаблюдать со всех сторон. Экспозиция очень огромная. А вот, кстати, небольшая о них информация. Вот здесь развлекуха, так развлекуха. Это пингвины. Глупый пингвин робко прячет, умный хитро достает. Небольшой кусочек интерактивы. Ну а сколько посетителей? Понимаете, здесь можно очень надолго залипнуть.
просто отъедут пингвины. Натуральную величину, чтобы вы могли сравнить. Императорский, Аделия. Королевский, макарони. Есть такая ниша для самых маленьких. Такое ощущение, что оказался в батискафе, за ними наблюдаешь. Переходим к миру рыб. Вот такие рыбы, которые обитают в камнях. Красовый. Вон тот левый, практически размером с того перча, которого поймал на днях. Наверняка этот тоже неплох на вкус. Идем дальше. Чудеса нас ожидают практически в каждом аквариуме. А вот тут мои любимые крабы японские. They're trying to, but they ain't gonna. Why's he doing all of this? No, I'm trying to move out. I want that one, waiter. А наверху плавают какие-то забавные рыбки, тоже из Японского моря. Собрались тут тонкие ценители крабов. Я бы вот этого голубчика тоже бы заценил бы в майонезе. Пошли коралловые рифы. Пошли вот такие вот губки. Вот такое вот великолепие я последний раз видел только в Египте, когда погружался на 30 метров, но для этого надо было уехать далеко, подальше от территории отеля, потому что туристы, конечно, возле отеля такую живность распугивают. И вот это вот великолепие я смогу видеть теперь каждый день, потому что у меня годовой абонемент. Согласитесь, заплатить $88, чтобы с женой приходить в течение всего года, хоть каждый день, и смотреть вот это не такие уж большие деньги. Флора и фауна морская Райских островов. Сейчас мы увидим чудо из чудес. Вот такой вот кусочек райского атолла, который обычно показывают в голливудских фильмах. Не хватает только пляжа, бокалы с каким-то крутым навороченным коктейлем, вулкан на заднем плане, красота, пальмы, пампасы,
Вот коралл татьевка в Египте. Практически такое же точно вот колючее дно, по которому невозможно ходить ногами, очень опасно. Я помню, что очень долго в Египте парился, пока не купил специальную обувь для погружения, потому что все эти вот кораллы, если с них наступить, вызывают очень мощный химический ожог, и можно очень серьезно поранить ногу. Но снаружи выглядят, кстати, каменюшки. Шикарно. Вот такие небольшие мини-аквариумы с кусочками коралла. Мне очень нравится вот такой вот аквариум, оформленный в таких вот зеленовато-желтых тонах. Первый раз даже не заметил обитателей. Вот такая рыбка, которая маскируется под увядший листочек. А вот это прямо живой скрин-сервер. Угадайте, где есть рыба. Вот один рыб. А вот второй рыб. А вон там по склону ползет небольшой рак-отшельник. Даже два их здесь, в средней стене. Еще небольшой скрин-сервер. Смотрите, какая красота. Ну и наконец мы попадаем в самое главное чудо. Вот такой вот кусок океана. Над головой проплывают огромные рыбы. Сегодня здесь ажиотаж. Такое можно только увидеть, если уехать очень далеко и уметь погружаться на глубину. А здесь можно не бояться того, что закончится кислород. Нужно будет подниматься по очень сложной схеме. Не бояться декомпрессии. Можно стоять сколько угодно для такой. Еще одно чудо – морская черепаха. Сейчас мы ее покажу.
сегодня здесь очень шумно. Обычно здесь очень мало народа. Смотрите, какая красота из медуз. Но самое интересное находится вот на этом стенде. The box is pretty bad, but I say these are all worse than the box. А вот таких медуз я видел на Черном море. Мы здесь не сталкивались на Красном море, в Средиземном. Но никто не видел вот так вблизи. Большой коралловый риф. Yeah, like a rake the size of a pinhead, hard as a nerve blade. These polyps
going to be reliving. Мы еще раз посмотрим на большой аквариум, который мы видели на другого ракурса. Все это впечатляет. Стоя перед этим аквариумом, понимаешь, насколько вся вот эта материальная часть мелочная. А есть что-то в этой жизни, что не подвластно нашему пониманию. Вот такая вот развлекуха для детей. Интерактивный экран. Когда вы ходите по нему, он создает вот, как бы, имитацию разбегающейся воды. А вся установка размещается наверху. Мурены. Вот такие вот милые. Помню инструктора, который учил меня погружаться под воду, Владимир Шанти в Египте. Он ученый, доктор океанологии. И вот он этих вот мурен чуть ли не за хвост вытаскивал, возвращали на Египте. Очень хорошо знает их повадки и не боится. Вот этих рыбок я очень хорошо помню по Египту. Очень красивые рыбки, но крайне ядовитые. Вот такие вот необычные рыбки. Оттуда из воды, из-под песка торчат какие-то червячки. С масками. Тут шарятся какие-то креветки. Непонятные. Интересные. А тут небольшая мурена. Вот так вот, вроде бы не примечательный аквариум, но тут вот какие-то интересные обитатели, морские коньки. Не подвержены застрелить среди растений, и разглядеть их очень сложно. Как будто их и нету. Еще кусочек небольшого кораллового рифа. Кстати, такие есть интересные морские звезды. Но больше посетителей интересуются скатами и акулами. Вот такая акула-молот. Настоящая, правда, небольшого размера. Excuse me?
Каких рыб здесь только нету. Ну, а здесь желающие могут фотографироваться. Здесь сделана такая развлекуха-замануха, имитация такого небольшого рифа. Сюда стоят дети и взрослые. И вот отсюда сделать можно очень красивое фото. Все бесплатно абсолютно. Смотрите, какая красивая декорация для снимка на память. Ну и, наконец, последний в этом павильоне. Это водный мир мангровых лесов. Для полноты ощущений здесь даже в павильоне летает тукан, чтобы показать, какая экосистема снаружи и какая экосистема под водой. То есть снаружи, смотрите, вот такие вот деревья, лианы. Ничего не видно, что находится под водой. А под водой кипит очень бурная жизнь. Вот это мега-рыб. Вот это мега-рыб. Не боюсь сказать, что он где-то у нас метр, наверное, полтора. Смотрите на эту мега-рыба. А там заросли затаились панцирные, самые огромные тоже. Тоже где-то под полтора, даже больше метра. Посмотрите, какие монстры. Ну и завершает нашу экскурсию выход в сувенирную лавку. Я еще покажу небольшой интродакшн по поводу тех рыб, которые здесь были. Вот. А сувенирная лавка, здесь можно купить все что угодно. Как вы уже поняли, сюда можно приходить каждый день, снимать. Вообще материала здесь достаточно на хорошую профессиональную смонтированную передачу про водный мир. Чтобы приходить с профессиональным оборудованием и снимать. Оставайтесь со мной на канале, подписывайтесь и следите за развитием событий.